В Одессе полиция задержала 4 членов преступной группы, которые промышляли разбойными нападениями на валютчиков и бизнесменов. Преступников удалось задержать по горячим следам после нападения на одессита, которого бандиты ударили молотком по голове, забрали личные вещи и ограбили на 20 тысяч гривен. В ходе проведенных мероприятий указанная преступная группа была задержана. Также был задержан автотранспорт, на котором они совершили преступление. В настоящее время открыто уголовное производство по статье 187 части 3 Уголовного кодекса Украины. Все задержанные будут в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Все 4 задержанных ранее судимы. Один из них уроженец Одесской области, остальные приезжие. Сейчас проверяется информация на причастность бандитов к другим совершенным преступлениям.